Да, ой, приветствую. Какой... Гудаури, Грузия, Анатолий, Юлечка, Cream Forever. Таврида, да? Почти вот. Окончено, да. Что-что? Почти окончено. Почти окончено. Да, сейчас мы будем взлетать на параплане, на мотопараплане. С высоты 2300 метров стартовой площадки из Атлантида. Вот Крестовый перевал. Жвари. Как храм? Что говоришь? Как храм, да, в первой столице, в Схете. Оно тяжелое. Ну, увесистое, я согласен. Не чтобы тяжелое, увесистое. Ветерок такой, что нас потянет назад. Так, но нам надо бежать вперед. А, надо давайте будет наклониться. Сюда и устойчиво, идем назад, идем, значит, назад, поняла? Но не делай, знаешь чего? Не разворачивайся и не уходи вот туда, поняла? Нет, всегда будь с этой стороны. Угу. Всегда будь готов побежать вперед. Я тебе скажу, когда побежали, сразу побежал. Угу. Справа ноги бежим, да? Ну да, без разницы. У нас хорошая. У нас не получится, я так понимаю, быстро бежать, да? Это будет просто это быстрые будет, шаги. Это тянуть надо будет, понимаешь? А, все, все, ну типа просто того, бежать, да. Это же да. В прямом понимании разбежаться. Угу. Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Эта камера работает таким образом. Зафиксировала вот такое положение и держи. Снимай по-любому все, понимаешь, да? То есть чем меньше ты двигаешь ее, тем хуже, тем лучше. Чем больше двигаешь, хуже. А это двигать желательно. О, боже мой. Ну, в смысле, я тебе просто рассказываю, как называется камера. Периодически я буду у тебя их брать, эти камеры. Это замечательно, мне кажется, я уже зависла. Чтобы немножко подстраивать. Туда-сюда, влево, влево-вправо. Если что, мне очень страшно. Мне тоже. Если тебе станет легче. Так, Юлечка. Так. Потихонечку готовься к тому, что нас потянет назад, когда мы пойдем вперед. Поняла? Так, да. То есть мы пойдем вперед, это нормально. Тянет на.